السلام عليكم يا براتي سيستر. الحمد لله جزاكم الله خير. Вот так вот людям раздают водичку бесплатно паломникам, да? Машаллах. Всем бесплатно, всем бесплатно. Пожалуйста. Вот. Две машины бесплатно раздают водичку, альхамдулилля. Тоже я получил. И также, как вы видите, стройка, да, идет, машаллах. Перерывная стройка. Достраивают Масджидуль Аль-Харам. Люди кейсами забирают некоторые. Сейчас мы пойдем купим, иншаллах, сим-карту. Прикиньте, сим-карта тут стоит очень дорого. Сим-карта стоит очень дорого. Если безлимитный интернет на один месяц, то это больше 10 тысяч рублей. Мне надо сейчас какой-нибудь купить, подешевле найти что-нибудь, чтобы был связь, да? Субханаллах. Вот такая вот она, альхамдулиллах, Мекка. Паломников очень много. Мы зашли в этот раз с этой стороны. Гостиница у нас получилась. Прошлый год, когда приехали, мы заходили только оттуда. Ну, иншаллах, будем там тоже снимать, рассказывать, показывать. Сейчас пойдем покупать сим-карту. Какую надо покупать и сколько стоит по ценам, я вам буду показывать сейчас. Салам алейкум, мои братья и сестры. Хоть мы сейчас находимся в Мекке, в Медине, но в городе, в Перми, стройка продолжается. Альхамдулилля, строится огромная мечеть. Братья, если кто хочет помочь на пути Аллаха, фисабилиллях, номер карты оставляю имам хатыба этой мечети. Бисмиллях, можете отправлять свои средства, чтобы этот мечеть достроился, иншаллах, на следующий год. Всем. Машаллах, многие паломники покупают орешки, там зерно. И вот так вот, альхамдулиллях, кормят голубей. Это очень красиво, да? Смотрите, машаллах. Вот. Прям перед этим красивым зданием, прям перед Масджидуль Аль-Харам. О, жара, тепло, где-то градусов 30 с утра. Машаллах, дети играют. Альхамдулиллах, бесплатно раздают вот такие сладости. Все, говорит, нет больше. Машаллах, мы успели получить по одной. Тут также раздают водичку. И вот такие вот вкусняшки бывают. Где вон там еще, вот видите, открылся новый, не знаю, то ли фастфуд, то ли еще что-то. Надо как-нибудь сходить. Машаллах. Альхамдулиллах. Также вот, кто хочет покупать сим-карту, по сим-карте скажем, да? Вот это вот самая выгодная, оказывается, сим-карта. Она и хорошо работает, чем остальные. Ну, конечно, чуть-чуть дорого, но, альхамдулиллах, зато будете постоянно на связи. Еще меняем деньги. $100, 370 риал получается. Но рубли не принимают. Джазакум Аллах хайр. Сейчас поменяли деньги. Короче, у тебя сколько там получилось? Чек. Ну что, пойдемте дальше больше. Это находится в торговом центре, где часы, да? Сюда заходите. Может, иншаллах, поменять. Разменять деньги. Деньги здесь уходят как вода. Короче, все дорого. Все быстро кончается. Один раз покушать, если нормально хотите поесть.
Нет, 150 реалов, это почти половина $100, ну $50, короче. Так что, братья, сейчас будем экономить, иншаллах, и будем рассказывать, показывать, как это все делается.